Досадное поражение, как думаешь, с чем связано? Ну, тут много факторов. В общем, во-первых, недооценили ребят. Во-вторых, просто банально, вот первую половину ну, провели на уровне. А потом они нас перебегали, то есть переподбирали, перебросали. У нас ну, процент был совсем низкий. Как бы. Ну, тут, на самом деле, много над чем можно работать. Катастрофа. Как думаешь, это какая-то ваша недоработка или больше не какая-то, не знаю, неудача или что-то такое? Потому что броски трехочковые сегодня почти вообще не летели, за исключением 23-го номера. Ну, тут, видимо, в сумме и недоработка, и неудача, судя по счету. Тут все сразу. Ну тогда удачи в будущих играх. Спасибо большое, счастливо.